Я бы хотел поделиться своими впечатлениями, своими переживаниями об этой поездке и рассказал бы с самого начала. Как мы отправились отсюда, мы сразу приехали, ну, через некоторое время в Молчаново, и сразу же в Доме культуры показали спектакль, и, слава богу, было человек, наверное, 50, и всем понравилось, они говорили, приезжайте еще. Дети были рады и нам, и подаркам. Говорили, прям приезжайте еще, мы вас ждем в любое время с другими спектаклями. И после Дома культуры мы были в церкви Молчановской. Там у нас было служение вечером. Слава богу, все было хорошо. Погода была прям замечательная. Было, наверное, градусов 5. И на следующий день мы отправились в Колбинку. Ну, уже похолодало, конечно, вечером. И было градусов 33, да? И народ, как бы, дети, наверное, то, что выходной был и холодно, немногие решились прийти на спектакль. Было человек 5-8, наверное. Но все равно, слава богу, мы показали спектакль, и всем понравилось, и самой заведующей Дом культуры тоже понравилось. И в тот же день мы поехали в Тунгусово, и там показали спектакль. Там было народу человек 12. Тоже, слава богу, пришли, и они говорили, приезжайте, мы вам рады всегда. На следующее Рождество приезжайте.